скоро обед, и на обед я себе готовлю гречку с крылышками. Отправляю крылышки в казанок. Можно, конечно, разогреть растительное масло, обжарить крылышки. Но вы знаете, что я так не готовлю. Я наливаю воду. Крылышки у меня закипели. Я вот добавляю лук и морковку. Морковка у меня нарезана кругляшами. Она была у меня в заморозке. Ну, а лук полукольцами. Все закидываю сюда. Овощей много. Вернее, овощей много не бывает, в моем случае. Подсаливаю. Перчить я не буду, потому что я готовлю для себя любимый. Перец мне не нужен. Добавляю воды. Накрываю крышкой. И пусть у меня все это дело тушится. Ну вот, крылышки, лук, морковка у меня уже потушились немножко. Я добавляю гречку. И еще я добавлю чеснок. Чеснока добавляю много. Я люблю чеснок. Вернее, мы любим чеснок. Но в данном случае просто я готовлю для себя, поэтому и говорю, что я люблю чеснок. Воды я добавлять больше не буду пока в гречку. Если вдруг мне покажется, что воды мало, я просто добавлю воды. Но вообще я думаю, что ее достаточно будет. Также добавляю лаврушечку. Я один листик, ну, просто пополам разломила. Ну все, все закипело. Сейчас газ убавлю, накрою крышкой и пусть все тушится. А у меня обед. Крылышки, гречка с овощами. Ну и вот такой салатик, не салатик. Зеленая редька, петрушка, соль, льняное масло. Ну вот и все. Я обедать.